Скрыл номер – плати, а то и вовсе отдавай права. В силу вступили новые поправки в кодекс. Как собираются ловить нарушителей, выясняла Анна Чернова. 5000 рублей или лишение прав. Так теперь будут наказывать за скрытые номера. Водители чаще всего не просто меняют госномер, они делают его нечитаемым. Под эту статью попадают те нерадивые водители, которые видоизменяют с помощью штриха или других средств прочтения государственных номеров, ну то есть там искажают буквы, цифры, либо завешивают их салфетками, там пакетами, якобы случайно прилипшими. Так прячутся от камер видеонаблюдения, они фиксируют превышение скорости, а еще стоят на платных парковках. Час паркинга в центре столицы стоит от 40 до 130 рублей. В Риотове парковка бесплатная, но машины все равно эвакуируют за нарушение, если стоят под знаками, на пешеходниках или тротуарах. Новый закон на такие все равно не распространяется. Стоит машине двинуться с места, и все, будет штраф. Законом не регламентировано, на парковочном месте автомобиль может стоять, в принципе, даже без номерных знаков. Это именно распространяется на автомобиль, находящийся в движении, потому что статья звучит как «водитель, управляющий транспортным средством». Если автомобиль стоит, на помощь дорожной полиции приходят активисты. Сейчас в столице работает движение «Стоп-жлоб». Пытаются пристыдить тех, кто не платит за парковку и прикрывает номера. Действуют радикально. Реакция водителей чаще всего агрессивная. И что? Вам никогда не разрешают закрывать номер. Закон еще далек от совершенства, уверены специалисты. Если общественники будут работать вместе с полицией, возможно, результат будет лучше. Анна Чернова, Артем Удников для РТВ.